Получать продуктовые наборы на молочной кухне имеют право беременные и кормящие женщины, а также дети до 3 лет. Такая мера государственной поддержки семей с маленькими детьми действует в Подмосковье уже не один десяток лет. И вот теперь у родителей появилась альтернатива молочной кухне. С 1 января 2020 года продуктовые наборы для беременных и кормящих женщин, а также детей до 3 лет, можно будет заменить на денежные выплаты. Мы поговорили с видновчанами и узнали, что они думают об этой инициативе. В результате пилотного проекта, реализованного в 3 подмосковных городах в 2018 году, стало понятно, что подавляющее большинство молодых родителей предпочитает продуктовым наборам денежные выплаты. Наша статистика получилась аналогичной. Я думаю, что очень многим родителям это будет гораздо интереснее, потому что на текущий момент продуктовую корзину, которую выдают на молочной кухне, многим деткам, к сожалению, она не подходит из-за особенностей их здоровья. Я считаю, да, потому что здесь молоко дают, ну, маленькое количество, лучше деньгами, и что-то купит. Потому что ребенка, например, молоко не пьет. Или что-то, ему другое лучше купить. Вот, ну, это мое мнение. Это было бы очень удобно, потому что не всегда питание именно то, что нужно, дают. Угу. Хотя есть выбор, но я не знала об этом. Не знаю, если честно, потому что молочка вот по Московской области такого размера, что вообще денежный эквивалент, я тоже представляю себе, какой смешной будет. Наверное, да. Ну, а вы сейчас пользуетесь питанием? Пользуемся, да. И как вам оно? В принципе, тоже нормально. Конечно, оно не сильно такой богатый ассортимент, скажем так. У нас мы с первой получали в Москве. Разница ощутима. Мы сейчас в данный момент еще пока не получаем, но планируем. А если с 1 января будет денежная выплата, думаю, будем заменять это на денежные выплаты. Не всем деткам еда подходит, ту, которую выдают, поэтому проще будет, наверное, самим родителям выбрать и купить то, что ребенку подойдет. Не знаю, пока затрудняюсь сказать. Предполагается, что размеры ежемесячных выплат составят 400 рублей беременным женщинам, 1000 рублей кормящим матерям и детям до года и 600 рублей детям от 1 до 3 лет. Кстати, заявление на замену продуктовых наборов денежными выплатами нужно будет подать всего один раз, а не писать каждый месяц, как это делается сейчас. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.